Жители частного сектора встречают гостей. На Бугровку приехали сотрудники МЧС. Вызов не экстренный. Инспекторы прибыли, чтобы поговорить с пензенцами. Разведение открытого огня строго запрещено. На граждан административный штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей и не предусматривает предупреждение. С высоты птичьего полета спасатели разглядывают, нет ли дыма на городских улицах. Впрочем, рейд организовали не для того, чтобы наказать возможных нарушителей. Главная цель – еще раз напомнить пензенцам о действующих правилах. Пожарная охрана, знаете, как позвонить? 101, 112, 01. Все, всего доброго. Разъясняем гражданам требования пожарной безопасности. Напоминаем о том, что в настоящее время на территории всей Пензенской области введен особый противопожарный режим. Доводим гражданам сведения об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Также инспекторы во время рейда раздавали жителям частного сектора памятки, в них телефонные номера экстренных служб и требования пожарной безопасности.